мы продолжаем удивлять своих клиентов. Возьми займ и выиграй путевку в лето. Отличные наличные. С заботой о клиентах. Сегодня на базе Центра традиционной тувинской культуры и ремесел прошло торжественное мероприятие «Экватор года добровольца». На мероприятие пришли порядка 100 добровольцев из более чем 10 волонтерских организаций республики. Каждый из них на протяжении нескольких лет работает на безвозмездной основе, помогая прежде всего простым жителям республики. Я просто вспоминаю, да, вот этот момент. Это было где-то 6 лет назад, когда я впервые вообще связался сам с добровольчеством и начал как-то это развивать. Тогда на меня, конечно, смотрели вообще с удивленными глазами и не понимали, что такое добровольчество, волонтерство. Очень многие люди, я имею в виду, и молодые, и взрослые, задавали такой вопрос, что это, зачем, то есть, да, там, что-то делать и так далее. Но для меня было всегда очевидным, что прежде всего это проявление патриотизма, да. Ведь патриотизм – это не только защита Родины там, с оружием в руках, да, это вообще, в принципе, служение своей малой Родине, своему двору, там, я не знаю, или своим близким людям и так далее. За 6 месяцев года добровольца волонтеры Тувы организовали десятки разных мероприятий, помогали ветеранам Великой Отечественной войны, пенсионерам, а самое главное, пришли на помощь жителям поселка Каяхем. Когда случилось подтопление в Каяхеме, вот как раз штаб волонтеров сыграл очень активную роль. И, значит, практически каждый день выходили волонтеры, да, и всего, значит, вот для помощи пострадавшим от подтопления приняли участие 165 волонтеров. И хочу сказать, что штаб волонтеров выступил с инициативой проведения акции помощи и собрали материальной помощи больше, чем на 500 000 рублей. То есть это реальная помощь, которую оказали наши волонтеры, штаб волонтеров. В ходе мероприятия заместитель председателя общественной палаты Тувы Эльвира Лифанова рассказала о главных моментах года добровольцев республики. В частности, об обеспечении ресурсного центра по добровольчеству. Что дает это поручение? Это поручение дает то, что на местном региональном уровне будет принят закон о том, что волонтеры, некоммерческие общественные организации смогут бесплатно или на льготной основе получать помещение. То есть и у каждого из нас, у каждой организации может быть свой дом. Дело в том, что вот моя общественная организация «Хатика» юридический адрес имеет мой домашний. И вы не представляете, сколько гостей ко мне приходило с кошками, собаками. Как вы думаете, реагируют соседи? А местный закон не позволяет ни выделить нам земельный участок на льготных условиях, ни выдать помещение. Поэтому сейчас я вас радую, что протокол подписан 13 июня Шалбаном Валерьевичем Караулом. Вот когда это будет? Теперь мы будем спрашивать, как общественная палата, да, уже с представителей исполнительных властей. Также в рамках «Экватора года добровольца» прошло торжественное вручение волонтерских книжек активистам добровольческих организаций и вступление в ряды волонтеров всех желающих. Напомним, президент России Владимир Путин во время торжественной церемонии вручения Всероссийской премии «Доброволец России-2017» объявил 2018 год в России годом добровольца и волонтера. В отделе Росгвардии Тувы прошли комплексные занятия с личным составом всех структурных подразделений по выполнению требований безопасности в повседневной деятельности. На торжественном митинге, посвященном открытию летнего периода обучения, временно исполняющий обязанности начальника регионального отдела Росгвардии Вадим Бондарев довел до личного состава цели мероприятия, а также социальную, экономическую и политическую обстановку в регионе. Далее руководители занятий разъяснили обучающимся требования безопасности при несении службы и в повседневной деятельности, правила эксплуатации вооружения, военной техники и личного транспорта, рассказали и продемонстрировали, как действовать и чем руководствоваться при организации несения боевой службы. Также были доведены требования безопасности при организации занятий спортом, мероприятий по инженерной подготовке и проведении взрывных работ, занятия по радиационной, химической и биологической защите и рассмотрен ряд других тем. Всего в рамках комплексного занятия было организовано 30 учебных точек.
1 июля по всей России произошло плановое повышение тарифов на коммунальные услуги. Так, по сообщению службы по тарифам ТУВы, уровень роста совокупного платежа за коммунальные услуги в среднем по республике составит 2,5%. Это в два раза меньше допустимого предела для региона, установленного распоряжением правительства России. Отмечается, что самый низкий уровень роста совокупного платежа граждан за коммунальные услуги сложится для потребителей городов Акдавурака и Турана в размере 0,6%. Наибольший предельный индекс 4,8% будет в платежном документе для граждан Байтайгинского, Мангунтайгинского, Судхольского и Терехольского районов. Это объясняется тем, что в набор их коммунальных услуг входит только плата за электрическую энергию, рост тарифа которой составил 4,8%. С повышением размера оплаты услуг ЖКХ одновременно применяются меры социальной защиты населения в виде предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. В 2018 году объем субсидий, выделенных из республиканского бюджета, составил 328 миллионов рублей. Для оформления субсидии необходимо обратиться в отдел социальной защиты муниципалитета по месту жительства. И о курсах валют. Доллар стоит 63 рубля 14 копеек, евро 73 рубля 47 копеек. Сила гор, магия трав, выносливость морала. Теперь в одном флаконе. Новинка «Пантовый бальзам Субидей» с уникальным набором витаминов, коллагеном и экстрактами редких тувинских трав. Зарядись энергией. Травы Тувы. Чультум 44. Напротив торгового дома «Алексеевский». В минувшие дни в реке Енисей вблизи микрорайона «Восток» было найдено тело 8-летнего мальчика с признаками утопления. Так, по данному факту, региональный следственный комитет начал доследственную проверку на наличие признаков преступления причинения смерти по неосторожности. Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что 1 июля около 13 часов малолетний житель города Кызыл направился поиграть на футбольном поле. Через некоторое время мама мальчика, не обнаружив его на футбольном поле, начала его поиски, в ходе которых на берегу реки, в районе сельскохозяйственного техникума, была найдена его одежда. Тело ребенка было обнаружено и вытащено на берег жителем города Кызыла, который пытался провести неотложные реанимационные мероприятия, однако они не дали положительного результата. В настоящее время по факту гибели ребенка проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. Для установления причины смерти ребенка назначено судебно-медицинское исследование, и по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Следственный комитет Тувы обращает внимание населения республики на то, что трагические происшествия с участием детей в летний период, как правило, происходят в результате небрежного отношения родителей к исполнению родительских обязанностей. Напоминаем, что в следственном управлении действует прямая круглосуточная телефонная линия «Ребенок в опасности». По всем поступившим на эту горячую линию звонкам будут приняты соответствующие меры реагирования. Кроме того, на сайте следственного управления размещена памятка для детей и их родителей, в которой в простой и доступной форме приведены правила поведения детей в опасных ситуациях. В Кызыльском президентском кадетском училище стартовали вступительные испытания для кандидатов, поступающих на обучение в этом году. В первый же день две группы школьников после медосмотра прошли испытания по общеобразовательным дисциплинам – русскому, иностранному языкам и математике, сдали нормативы по физической подготовке и выполнили тест на психологическую готовность к обучению в училище. В составе приемной комиссии работают представители Оренбургского президентского кадетского училища. К вступительным испытаниям в этом году допущены 605 кандидатов. Из них более 390 мальчики, поступающие в 5 класс, и чуть больше 220 девочки, которые продолжат обучение в 8 классе. Конкуренция высокая, поскольку всего вакантных мест для мальчиков в 5 классах 39 и 20 мест для девочек 8 класс. Вступительные испытания проходят ежедневно, кроме выходных дней, до 13 июня. Резервный день для сдачи экзаменов – 14 июня. По результатам всех тестов будет составлен рейтинговый список школьников, рекомендованных к зачислению. В
В минувшие дни в спорткомплексе имени Ивана Ярыгина прошла встреча школьников с врачами-наркологами и полицейскими в рамках акции «Беги от наркотиков». Сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков была организована и проведена профилактическая групповая работа, которая включала в себя разъяснительную часть и практическое занятие, а также беседы с несовершеннолетними для пропаганды здорового образа жизни. Нельзя употреблять, прикасаться к наркотикам. Это очень опасная вещь. Любые наркотические средства вызывают зависимость. Они влияют на деятельность мозга. Они в итоге вызывают очень сильные заболевания. Напомним, что в рамках декады по борьбе с наркозависимостью до 1 июля были проведены лекции, беседы и открытые уроки по профилактике наркомании. Показ видеоматериалов на данную тематику в Домах культуры республики. Замес майонез завершает сезон тотальной раздачи подарков от партнера – магазина специализированной бытовой химии и натуральной косметики «Химтоп». Сегодня ведущие спрятали двойной приз. В качестве подарка два специализированных суперконцентрированных средства для мытья посуды. А достался приз самой быстрой и ловкой жительницы нашего города Айсу. Увидим, как это было. Замес майонез! Кто станет новым партнером радиоквеста «Замес майонез» на «Голос Азии», слушатели узнают в следующих выпусках. А пока приглашаем посетить магазин «Химтоп», где с недавнего времени открыли и отдел натуральной органической косметики известных фирм «Натура Сиберика», «Натура Органика» и «Органик Шоп». Город Кызыл, улица Аюна Курседи, 103/2, район церкви. По республике. Облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшие и умеренные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы, возможен град. Днем повсеместно небольшие, местами умеренные дожди, в отдельных районах сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный град. В Кызыле облачная погода с прояснениями, дождь, гроза, возможен град. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, порывы до 11 метров в секунду. Днем порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16, +18 градусов, днем +23, +25.